В данном случае сквер возле ДСШ номер один давно требовал внимания со стороны городских властей. И после реализации этого проекта, я думаю, тут у нас появятся достаточно комфортные условия для нахождения деток перед тренировками, после тренировок нашего взрослого населения и определенная альтернатива. Соответственно, сегодня мы посмотрим, на что были потрачены деньги. Как обычно, дадим указания важные и ценное для выполнения. Ну и вы сможете задать свои вопросы. Приступим.